Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на май месяц на 4 стихии. Итак, первый вариант, первая колода, стихия огонь. Овен, лев, стрелец. Второй вариант, вторая колода, стихия земля, телец, дева, козерог. Третья колода, стихия воздух, близнецы, весы, водолей. Четвертый вариант, четвертая колода, стихия вода, королева кубков, рак, скорпион, рыба. Выбирайте по колоде, по королеве, по своей стихии или своему знаку зодиака. Вы можете посмотреть на май, на каждую неделю мая. Можете посмотреть в начале, в конце мая, как вы посчитаете нужным, как вы посчитаете правильным, такое, как вам подсказывает интуиция, так и будет правильно. Итак, мои дорогие, потому что не есть асценденты, есть периоды жизни, есть жизненные ситуации, когда человек проявляется по-разному. И королева кубков очень в каком-то периоде своей жизни может проявляться как королева мечей и чувствовать себя таковой. Также вот королева огня может быть королевой воды. Все зависит от ситуаций жизненных и от вашего внутреннего ощущения. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Итак, первый вариант. Королева жезлов, королева огня, стихия огонь, овен, лев, стрелец. Давайте посмотрим, что же ждет в мае. Общий фон мая для королевы жезлов. Общий фон мая. Вы знаете, май для вас очень даже позитивный. Да, в мае у вас могут быть какие-то очень хорошие приобретения и покупки. Важный вопрос решится в мае. Я вам скажу, что кто-то будет очень желать приблизиться к вам, вам понравится. И всегда помните, что у каждого человека есть оборотная сторона. В вашу жизнь в этот период, в ваш круг общения может войти новый человек. Человек, которого вы, возможно, мало знаете, да, который пожелает приблизиться. Или это будет новый человек в вашей жизни. Успешный месяц, если вы работаете в команде, если вы работаете в определенном коллективе, будет очень хорошая энергия, вас будут окружать очень приятные люди. Это не говорит о том, что все, да, будут очень к вам благосклонны, потому что я вижу, какие-то теневые моменты все же будут. То есть кто-то будет желать вам где-то прикрыть глаза, где-то что-то завуалировать, да, но вам все скрытое будет становиться явным, ясным, вы сможете развязать какие-то даже и узлы. Месяц очень продуктивный, если вы работаете с документами, с бумагами и в коллективе. Вообще месяц удачный, очень даже такой продуктивный в какой-то степени, да, в работе с людьми. Чем больше людей вас окружает, тем больше людей с вами содействует, тем будет плодотворнее работа и будет лучший результат. И даже если вы стремитесь, скажем так, например, привести себя в норму, если вы будете с кем-то в компании, да, вот, например, улучшить свою фигуру, да, похудеть, там, быть на диете, ищите соратников, ищите каких-то единомышленников, чем бы вы ни занимались, потому что содействие других людей, оно будет вам очень помогать в этот период. И чем больше людей вокруг вас, тем будет продуктивнее результат. Вообще-то период очень хороший. Я вижу, что, возможно, это будут какие-то празднования, это может быть как вокруг вас и много людей, да, какое-то веселье может быть в этот период. Очень благоприятное время для вас, время каких-то неожиданностей, возможно, даже и подарков, потому что есть какие-то предметы вам будут дарить, да, что-то, о чем вы пока что не знаете, знаете, оно будет вот приходить в вашу жизнь. И это, знаете, оно будет приходить от вашего окружения, будет вас радовать и будет для вас полезным. Вообще-то период очень приятный и, возможно, в какой-то степени легкий, да, будет для вас. Период, когда, возможно, вы как эта бабочка из куколки.
Очень здесь будут хорошо некие трансформации, знаете, со внешностью, с внешним видом, со сменой гардероба. Здесь идет момент раскрытия, открытия и, возможно, даже некого как восторга, да, от окружающих людей. Очень может быть, что вы действительно в мае сможете себя открыть с лучшей стороны. Здесь я бы даже сказала некий прорыв, если вы занимаетесь творческой работой. Вы себя покажете, вы себя проявите, да, вы как с куколки неожиданно вспорхнет, да, вот бабочка. Прекрасный период. Я вам скажу, что очень даже приятное взаимодействие будет с другими людьми. Очень может быть, и даже в этот период в вашу жизнь войдет человек, который останется на очень длительное время в вашем узком доверенном круге. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше и посмотрим. Для королевы жезлов, для огненных знаков зодиака, месяц май, каким он будет? Итак, работа, дела, учеба. Давайте посмотрим. Прекрасно, ждите неожиданностей, прекрасных неожиданностей. Действительно, в какой-то вашей деятельности будет определенный такой существенный шаг вперед. Если вы чем-то занимаетесь, здесь действительно может идти как прогресс. Вы добьетесь большого успеха. Какие-то вот именно теневые моменты, которые здесь просматриваются, они будут вам видны, да? То есть вы будете бдительны. Здесь период хороших решений, правильных решений. И я вам скажу, что да, май для вас, возможно, некий рубеж будет пройден вами в мае. Что касаемо вашей реализации, деятельности и работы, это определенное движение вперед, движение к лучшему. Какие-то хлопоты и заботы будут вами разрешены и оставлены в прошлом. Что-то вы как сможете, я бы даже сказала, что что-то, то, что на сегодняшний день скрывается, возможно, как-то вводится в заблуждение, да, вот эти все вопросы, они как-то откроются в мае. Очень многое решится в мае. Вообще для вас этот период очень даже позитивный и хороший. И вы знаете, вот в деятельности вы проявите себя очень мудрой женщиной. Именно женщиной, не сотрудником, не работником, не, а именно мудрой женщиной. Где-то вот это женское ваше подсознание, женская ваша интуиция, она вам очень поможет, и вы к ней прислушиваетесь, потому что она вам действительно подскажет. И здесь проходит момент, да, что какой-то человек будет желать вам очень понравиться, где-то на свою сторону вас перетянуть. Но я вижу, что вы очень будете бдительны и доверяете своему чутью, потому что оно вам подскажет, а нужен ли этот человек вам рядом. Здесь будет какой-то момент, кто-то будет очень стремиться в ваш круг общения. И я вам скажу, что это будет как деловая сфера, да, это что-то может быть связано с делами, с работой, с какими-то документами, но этот человек притягивается не к сотруднице, да, он притягивается к красивой женщине, у него тайный интерес к вам будет. У него будет к вам тайный интерес. Да, что касается всего нового, оно показывает как новое партнерство, да, ваш круг людей. Очень может быть, можете приобрести хорошего друга, да, неожиданно получить помощь от человека, который рядом. Что касаемо новых знаний, это новый горизонт. Очень хорошо. Что-то прямо новое, очень позитивное, очень хорошее придет. Чему-то, возможно, обучитесь, какое-то новое хобби, которое будет иметь продолжение. И, возможно, на сегодняшний день вы не видите, как вы можете реализовать свои таланты, но со временем оно себя проявит и покажет. И очень даже материальный план ваш может усилить. Потому увлекайтесь чем-то новым, входите в новые контакты, обязательно поглощайте новую информацию. Между всем этим, да, вы найдете свои зернышко, вы найдете то, что вам действительно нужно. Я вижу, что в этом периоде очень большая вероятность увлечься чем-то новым, да, начинать что-то новое. Очень даже хорошая энергия. И вообще вижу много силы, да, много энергии. Кто запланировал какой-то отпуск, какой-то отдых, да, какой-то вот
Очень продуктивно даже это будет, потому что иногда нужно набраться сил, чтобы с новыми силами в новое, да, в новое какое-то начинание вступать. Что касается работы, прямо карта равновесия. Вы знаете, что очень даже спокойная какая-то обстановка будет касаемо работы. Здесь мне проходит момент, что вы как бы немножечко наперед. Да? Вы не просто будете успевать, вы будете как-то делать свою работу немножечко наперед. И это будет давать вам какой-то запас времени. Я вам скажу, что в работе очень хороший период, спокойный, спокойный, уравновешенный, когда работа идет очень динамично, очень продуктивно. Да? И вот я вижу, что прямо коллектив. Идет момент какой-то коллективной, очень успешной работы. Если вы работаете в коллективе, если вы работаете над одним проектом, или даже если вы работаете одна, я вижу, что вы не только будете успевать и очень так спокойно будет идти работа, но и как бы, знаете, на шаг вперед. То есть где-то вы будете иметь определенный запас времени, что позволит вам не спешить, а очень, знаете, как-то ценно делать, как вкладывать, успевать какое-то развитие еще получать, да? Не просто исполнять как-то машинально или грубо свою работу, а именно входить в процесс определенного творчества. И не имеет значения, чем вы занимаетесь. Но я вижу, что работа в этот период очень даже, знаете, будет спокойно проходить. И некий момент познавания нового, расширения своего пространства и какой-то творческий элемент, да, он здесь будет присутствовать. Кто, девочки, занимается практиками, кто имеет какие-то отношения к эзотерике, здесь прямо вышла женщина ведающая. То есть у вас здесь может быть очень успешная работа, очень успешные практики, очень успешное какое-то развитие, движение вперед. Прямо, знаете, как определенные знания рода могут подниматься. Потому я вам скажу, что очень даже успешный для вас будет этот период. Итак, давайте будем смотреть дальше, посмотрим личную жизнь. Что у нас в личной жизни? Личная жизнь в мае. Личная жизнь в мае. Ну что ж, я вам скажу, кто-то тоскует о вас. Тоскует кто-то из прошлого и здесь может о себе напомнить. Возможно, вы находитесь с мужчиной, с человеком на расстоянии, и действительно человек как бы думает о вас и вспоминает о вас. А вы знаете, что если вы на сегодняшний день одна или на расстоянии, я вижу, что вот прямо личная жизнь колесом, знаете, закрутится и завертится. Какие-то события набирают определенного оборота. Радостные события для вас прекрасной девушки, прекрасной женщины. Ну и также здесь идет момент такой. Кто-то из прошлого будет о вас думать. Действительно, тот, кто остался позади. Какой-то мужчина вами отвергнутый может о себе напомнить в этот период. Я вижу, что личная жизнь какое-то получает абсолютное обновление. Понимаете, ваша энергия получает обновление. И здесь может и кто-то из прошлого, знаете, где-то вам встретиться на улице. И человек, с которым вы сейчас в отношениях, очень где-то будет прикладывать усилия, чтобы проводить с вами больше времени. Это больше свиданий, это больше встреч, это больше звонков, больше комплиментов, больше внимания от мужчины. Какой-то момент, знаете, личной жизни, он действительно идет вам по колесу фортуны. Какие-то фартовые будут такие случайности, да, а может и не случайности. Потому что я вам скажу, что здесь может проходить момент, что вы вот, знаете, можете встретить человека, которого вы отвергли. Да, которому вы где-то отказали. Именно в этот момент вы будете очень хорошо выглядеть. И эта встреча, она как-то добавит вам плюсиков, да, в любом случае. Я вижу больше внимания и больше энергии, направленной к вам, если вы в паре. И если вы вот находитесь сейчас вот в поиске, да, если вы находитесь сейчас в поиске, девочки, вышла двоечка чаш. То есть по колесу фортуны двоечка чаш в личную жизнь. Какие-то очень приятные события. И я вам скажу, что эти приятные события, они будут связаны с человеком, который вам очень нравится, который вами тоже будет любим.
То есть двойка чаш – это взаимная любовь. Колесо фортуны, удача в двойке чаш, во взаимной любви. Те, кто сейчас в поиске, у вас очень благоприятный месяц май на новые отношения, на новые какие-то встречи, на новые знакомства. Вы знаете, из такой какой-то случайной встречи со временем может развиться очень красивые отношения. И вообще, да, вот для вас, для огненных знаков зодиака, на месяц май колесо фортуны, двоечку чаш. То есть некие события прекрасные, равноправные, взаимные, насыщающие и наполняющие вашу жизнь, действительно предвидятся, да, карта нам показывает, что такое будет. И здесь даже идет и внимание и из прошлого, из прошлых каких-то отношений, еще, да, какие-то без надежды влюбленные мужчины будут смотреть вам вслед. Вы женщина в энергии, в прекрасной энергии огня. И здесь прямо идет колесо фортуны на личную жизнь в двоечку чаш. Прекрасные какие-то события ожидаются. Прекрасные ожидаются события. Давайте возьмем еще одну карту на личную жизнь, месяц май. Ой, девочки, иерофант. Очень благоприятное время для новых отношений, для развития уже существующих отношений, для примирений, для развязок и для завязок в отношениях. Очень хорошая комбинация карт прошла. То есть некие события в личной жизни, они могут быть для вас судьбоносными. Они могут быть для вас именно тем, что ищется и чего желается. Итак, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим предупреждение, да? Вот о чем хотели бы предупредить. Где быть осторожней, где быть внимательней. Какие события вот на пороге, к которым нужно быть готовой, да? Итак, предупреждение, да, на месяц май. Так, ну, девочки, здесь, конечно, мне проходит ситуация, которая из прошлого, которая вот конфликтная. А вот здесь человек из прошлого может появиться. Вы понимаете, и это может как и быть, как волна, знаете, как поднимается какая-то волна определенная. Да, здесь проявление прямо из каких-то отношений. Какой-то или отвергнутым. Вот он просит прямо шанса у вас, понимаете? Какой-то возможности просит человек у вас. Человек, с которым у вас, который, возможно, где-то вас разочаровал, или с которым у вас была конфликтная ситуация, он может опять, понимаете, какие-то робкие шаги делать в вашу сторону. И где-то они, не пойми что, да, что это за шаги, но они очень здесь вероятны, как ожидание шанса, как мольба о какой-то шанс, да, просьба какая-то будет в вашу сторону. Этот человек может вас случайно где-то увидеть, и вы действительно будете безумно хороши, и как-то вот я вижу, что человек попытается какие-то свои, каких-то шансов от вас будет просить. А почему здесь нужно быть осторожной? Почему? Почему нужно быть осторожной? Потому что к вам спешит настоящее, понимаете? Потому что к вам спешит будущее счастье, а вот это прошлое, оно, знаете, уже все-таки в прошлом. Оно все-таки в прошлом. А к вам спешит вот будущее счастье. Почему нужно быть осторожной? Потому что вот этих шансов, да, нужно быть очень бдительной перед тем, как эти шансы давать. Потому что новое, прекрасное будущее спешит к тебе. И ты не останавливайся, не задерживайся, не возвращайся, не оборачивайся в прошлое. Вот такой вот момент. Давайте посмотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, нежданно-негаданно, что произойдет в мае, да? Нежданно-негаданно, какой неожиданности вообще ждать от мая? Какой неожиданности? Ой, какая-то прямо удача будет на вашей стороне, возможно, удача прямо финансовая. О, девочки, вы прямо, знаете, как номер один, выходите на первый план. Что-то вы сможете себе позволить, то, о чем мечтается, да, но что, возможно, сейчас вы считаете вот как не ко времени, да, возможно, где-то финансы не позволяют, потому что здесь проходит момент, что какая-то удача вам подвернется, возможно, финансовый какой-то приход, да, не совсем запланированный. Это может быть какая-то премия, это может быть подарок.
очень такой радующий вас лично. То, что вы хотели, понимаете, вы можете получить в подарок или можете получить какую-то премию финансовую и эти финансы потратить на то, вот чего душа желает. Вот здесь вот такой момент. Очень приятная даже неожиданность будет для вас, потому что вы, как прямо, знаете, будете очень довольны. Будете на первом плане, будете довольны ситуацией, и я вижу, что это будет связано или с каким-то подарком, или с каким-то вот финансами, да, какими-то, которые вы можете потратить вот на то, чего просит душа, чего желает душа, да. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Совет высших сил для вас, да, совет высших сил, ломай. Для королевы жезлов, совет высших сил, ломай. Так, вы знаете, вы будете стоять перед определенным выбором. У вас будет выбор. И вы знаете, в вашу жизнь идут какие-то события, они как звоночки определенных прекрасных перемен. В мае месяце у вас будут какие-то звоночки, прямо перемены. Какие-то, знаете, моменты, как первый ветерок, да, который говорит о перемене. Какое-то событие, которое будет началом чего-то грандиозного. Вы будете и в неком выборе, да, то есть, а когда мы в выборе, когда что-то новое нам предлагается, да, то есть вам в мае поступит какое-то предложение, или вы увидите какую-то новую возможность. И эта новая возможность или это новое предложение какое-то, это может быть новый человек, да, это первый звоночек большой перемены в вашей жизни. Вот такой вот у нас расклад на май для королевы жезлов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень рада. А мы будем идти дальше. Итак. Итак, второй вариант, королева пентаклей, наши творцы, да, наши такие земные прекрасные женщины, очень энергичные, очень такие способные, одаренные. Знаете, такие люди очень часто прям в прорыве каком-то жизненном добиваются большого успеха. Они могут какое-то определенное время, знаете, как находиться на одном месте в силу ситуации, но в их жизни очень часто бывают возможности, которыми они не просто пользуются, они прям могут удержать некий успех и приумножить его. Очень одаренные люди – это люди-творцы. Это, знаете, такие люди, которые засевают семена и приносят некий момент хорошего очень результата, хорошего очень урожая. Итак, давайте посмотрим общий фон для королевы пентаклей. Общий фон на месяц май. Давайте посмотрим. Общий фон. Вот прямо, знаете, какая-то шелуха будет отметена. Все ценное только останется с вами. Какое-то прям обновление энергии. И также вот выходит групповая карта, да, групповая. Это какой-то как коллектив, как обновление, возможно, в коллективе. Новые люди, приход новых людей. Вообще идет момент обновления энергии. Вы знаете, здесь человек может себя намного лучше чувствовать. Где-то какие-то вопросы по здоровью могут решиться у вас очень успешно и хорошо. Вообще что-то лишнее уходит из вашей жизни. Какой-то вопрос, знаете, который, возможно, длительное время тянется, он может очень резко и очень продуктивно разрешиться для вас. Даже люди окружающие, они как вам помогут, да, в какой-то момент. А где вам нужна будет помощь, эта помощь будет к вам приходить. Вообще период какого-то прямо обновления, момент, когда вы сами где-то, да, будете видеть, кто в вашей жизни является ценностью, да, что в вашей жизни является ценностью, а что пыль, быль, и от этого нужно избавиться. И я вижу, что вот прямо
момент действительно обновления энергии идет. Какая-то даже может быть у вас очень существенная перемена. Вот что касаемо здоровья, я вам скажу, что здесь действительно как отметаете какое-то недомогание почему-то мне идет, да? Вот то, что сейчас мешает, оно прямо уходит из вашей жизни. Найдется весть, найдется человек, который сможет вас направить, который сможет вас как-то вот действительно улучшить ситуацию. Вам как подсказка будет дана. Вы знаете, что здесь проходит момент подсказки. Тебе как подсказывают, да, как тебе правильно идти. И вы знаете, к этой подсказке даже очень стоит прислушаться. Я вам скажу, что этот период не будет терпеть какой-то спешки. И даже если вас как-то будут, да, форсировать, будут как-то спешить, вам нужно немножечко, да, придержать лошадей. Потому что здесь карты указывают, что в этом месяце ты будешь принимать какие-то важные очень решения. И ты по своей сути, да, в мае приобретаешь ценность, повышаешь свою ценность. А это не терпит какой-то спешки. И вы знаете, здесь прямо идет момент, если вам как нужно брать паузу на время, время на размышление. Вам нужно будет время на размышление. Не принимайте каких-то скоропостижных решений, не принимайте какого-то, да, особенно если вас торопят, давай, 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 они все равно дождутся, никуда они не денутся. Они будут ждать вашего результата, да, когда вы сделаете какую-то определенную работу или примете какое-то определенное решение. И спешка здесь чужда, здесь не надо спешить, здесь очень хорошо нужно все взвесить, потому что здесь я вижу, что вы как ценная для кого-то будете очень, да, очень ценная, как сотрудник, возможно, как любимый человек, как новое знакомство, да, я вижу прям какой-то момент обновления, но спешки у вас вот в мае нет, приятная обстановка, приятное окружение, сама фортуна будет на вашей стороне, многое очень удастся вам, очень много успеете вы в мае, да, то, что вы сейчас планируете, то, что вы сейчас задумываете, вы очень много сможете сделать, но и здесь какой-то вот проходит момент, что вы что-то прям конкретно будете выметать, от чего-то вы будете избавляться, возможно, кто-то даже вот задумал какую-то продажу, какую-то, знаете, смену обстановки или покупку чего-то нового, да, что-то старое выбрасываем. Вот здесь вот, вот эта энергия, она очень такая хорошая. Возможно, вы какое-то приобретение в дом, да, что-то купите в квартиру, что-то отвезете на дачу, какая-то смена, какие-то, возможно, кто-то задумал уже и какие-то перестановки, какие-то ремонты, смена гардероба, само собой, да, ну, то есть что-то мы выбрасываем и что-то новое мы лучше приобретаем, то, что нам действительно нужно. Будете прекрасно выглядеть, и действительно, здесь вот для королев пентаклей будет существенное улучшение по здоровью. Какие-то лишние хлопоты, заботы вы прямо отметаете. Знайте, что вы ценны, не спешите. Особенно, если вас торопят, сразу берите паузу. То есть, не надо меня торопить, да, мне нужно подумать. Потому что ваше решение, оно действительно ценное, оно будет иметь ценность. И вам нужно будет все очень хорошо продумать, обдумать. Даже если вы думаете, да, о какой-то покупке, да, возьмите паузу. Пришли, посмотрели, покрутились, да, взвесьте какие-то варианты, посмотрите еще где-нибудь. Идет момент, что вы найдете лучше, понимаете? Что вы найдете что-то лучше, возможно, по более выгодной цене. Как-то вот время будет играть в вашу пользу, да? Чем вы дольше подумаете, чем вы рассудительнее подойдете к вопросу, тем лучше будет у вас результат. Чего бы это ни касалось. Это новое знакомство, или это продажа, покупка, или это какие-то дела в работе, не имеет значения. То есть какое-то время оно будет играть в вашу пользу. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Посмотрим работа, дела, учеба, что у нас здесь в мае будет. Итак, май, работа, дела и учеба. Так, ну что ж я вам скажу, в учебе идет какая-то прямо перемена.
учебе идет перемена, какая-то, возможно, смена направления вообще. Ну, давайте посмотрим еще одну карту. Ага. Вы знаете, после какого-то бушевания, после какого-то момента каких-то всплесков, обновления, вы знаете, о чем это? Резко, очень резко, как молния, может что-то новое войти в как новая информация очень резко. Это может быть какая-то очень резкая новость для вас. Да, это действительно может пройти как новое какое-то предложение, да, и над которым нужно подумать, да, нам сразу здесь показывают, все взвесь. Все здесь. Что-то новое будет входить, но ты должна все взвесить, все очень хорошо продумать, потому что твое решение будет очень значимым. Что касается дел, вы знаете, что, возможно, вам нужно будет где-то какие-то деньги потратить. Идет момент, чтобы двигаться дальше, нужно где-то что-то вот ценное оставить, дать, да, как-то вот, чтобы открылись новые возможности. Очень может быть, что если у вас есть какие-то юридические вопросы, здесь действительно не нужно спешить, да, какие-то вопросы по документам, а возможно нужно с кем-то посоветоваться для того, чтобы двинуться дальше, пойти дальше, да, возможно где-то кому-то даже и придется заплатить денег за какую-то помощь, за содействие, за совет, да, за помощь какую-то по документам или по делам. Где-то эта карта показывает, возможно, нужны какие-то вложения, то есть нужно что-то ценное, да, дать, оставить для того, чтобы двинуться, иметь движение дальше. Это не говорит о каких-то потерях в делах, это говорит о том, что, возможно, вам нужны будут какие-то вложения финансовые для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы, знаете, не застаиваться на месте. Но я вам скажу, что для вас этот период в материальном плане, он может быть очень выгодным. Очень-очень выгодным может быть этот период. Это может быть какая-то сделка, это может быть какой-то разговор важный, да? И где вы, возможно, вот прямо финансы, да, вам нужно будет как-то проплатить кому-то, чтобы где-то в какой-то обман, в какую-то манипуляцию другого человека не попасть. То есть здесь нужен будет, возможно, вам совет и пауза на размышления, да. Не спешите, потому что я вижу, что вы прям находитесь в зоне интереса какого-то человека, который вот прямо идет на пролом, да, и где-то может и какие-то ходы впускать в ход не очень хорошие, и здесь лучше кому-то заплатить, да, чтобы кто-то посмотрел документы, бумаги, как-то. Но вы знаете, что вот тот, кто хочет обмануть, он будет спешить. И вот это вам такая подсказка. Тот, кто очень спешит, тот, кто вас подгоняет, тот, кто форсирует события, он желает вас обмануть. И здесь очень нужно взять паузу. Или вообще, да, вот как-то вас, например, вы задумали какую-то покупку, и вас прямо нагнетают. Покупай, давай, давай, давай. Лучше отойдите в сторону, поищите еще какие-то другие варианты. Поспокойнее какое-то общение, потому что вот прямо вы здесь прямо избежите какой-то утраты в финансовом плане. И наоборот, да, в финансовом плане получите обогащение. Но нужно быть аккуратным, да, нужно быть как-то поболее бдительным. И обратите внимание, где вас форсируют, где спешат, где нагнетают обстановку, там есть момент манипуляции и обмана. Там нужно сразу брать паузу и прямо в глаза смотреть и говорить: мне нужно время подумать. И человек сразу будет отступать, потому что он понимает, что если вы подумаете, если вы с кем-то посоветуетесь, если вы с кем-то проконсультируетесь, вы поймете, что этот человек где-то хотел какую-то манипуляцию провернуть. И это касается, знаете, вот какой-то деловой именно сферы вашей. Что касается работы, вы знаете, здесь более-менее спокойная обстановка. Здесь более-менее, знаете, все будет так в балансе, все будет в ваших руках, и очень даже вы, балансируя, спокойно можете этот период пройти. Это действительно нет спешки, это действительно вот момент размышления идет. Идет момент взвесить все, подумать хорошо, да, чтобы избежать каких-то потерь. Вот так вот. Давайте будем смотреть дальше. Личную жизнь для земной стихии, да. Давайте посмотрим, что там в личной жизни у нас.
Личная жизнь. Давайте посмотрим, что по личной жизни. Вы знаете, что здесь у кого в каком-то периоде застоя, я не скажу застоя, это больше как стагнация идет в отношениях, да, то есть особо ничего не меняется, и мы как-то вот как застряли, да, на каком-то этапе, на каком-то периоде отношений, здесь будет развитие в этих отношениях, здесь будет вот такое активное движение от мужчины, и очень даже вот направленное, да, здесь и действие, и чувство от мужчины будет, там, где вот сейчас какой-то как сон, да. Возможно, кто-то на расстоянии, и здесь будет момент какого-то активного движения в отношениях. Возможно, вы в отношениях уже длительное время, и как-то на каком-то периоде, на каком-то этапе вы остановились, и вот как отношения, как, да, вот крутятся на одной фазе, да. Здесь может быть переход в другой формат. Здесь могут быть очень даже активные действия от мужчин. И это говорит о том, да, кто-то вот в отношениях здесь прямо будет активные действия с любовным направлением от мужчины. Там, где именно вот какой-то период остановки, период какой-то паузы, возможно, да. Кто-то очень даже, если в паузе, если сейчас тишина, очень даже человек может выйти на связь, желая как-то вот к вам все-таки проявиться. Ну, давайте посмотрим еще личную жизнь. Да, да, чтобы приблизиться, чтобы как-то разрушить какую-то определенную тишину. Здесь может проходить, что человек, который рядом, наблюдает, и которому вы очень нравитесь, здесь может проявиться. Возможно, какое-то определенное время вы ждете от него каких-то шагов, от своего мужчины. Я вижу, что здесь прямо может быть конкретный момент активных действий от мужчины. Для тех, кто в ссоре сейчас, давайте посмотрим. Для тех, кто в ссоре, очень человек может выйти даже на связь. Несмотря на то, что вы где-то, возможно, это как сообщение больше, это как какая-то смс-ка, это как, знаете, как хочу, это такое рвение. Я бы даже сказала, что, возможно, человек где-то после рюмочки коньячка, да, вот как-то чувство над ним возьмет верх, и человек может выйти с вами на связь. И даже вот по восьмерочке жезлов, это даже вот такое горячее желание выйти с вами на связь. Если женщина в свободном выборе, да, на сегодняшний день. Если вы в свободном выборе, смотрите, здесь идет момент проявления мужчины с чистыми намерениями. По рыцарю чаши даже очень с таким любовным интересом в вашу сторону. Да, здесь идет момент, как что-то будет удерживать, и, возможно, через какой-то разговор. Для кого-то может пройти очень такое быстро ускоряющееся общение где-то в соцсетях, где-то, возможно, по телефону, да, то есть знакомство произошло, и как-то помаленьку вы, знаете, набирает оборотов общение. Вот для тех, кто сейчас в поиске, здесь будет набирать какое-то общение с мужчиной обороты. Человек, с которым вы как в общении будете находиться. Но я вижу здесь прямо из каких-то разговоров, из каких-то, да, как прощупывается какая-то почва, человек начнет проявляться с любовным интересом. Возможно, вы уже на сегодняшний день с кем-то познакомились, общаетесь по каким-то интересам, скажем так. Здесь будет развитие, да, то есть какие-то ваши отношения из просто разговоров, просто общения могут перейти в более такой любовный формат, да, то есть его, к вам может проявляться человек, с которым уже есть какой-то, какие-то разговоры. Давайте посмотрим еще для тех, кто в поиске. Угу. Но здесь еще нужно будет время на то, чтобы, да, вот из этих разговоров действительно отношения перешли в стадию вот любовных отношений. Я вижу, что человек, с которым вы общаетесь, и, возможно, который вас воспринимает очень непокорной женщиной, начнет вас за вами ухаживать. Начнет проявление, да, вот по рыцарю чаш в вашу сторону. Но, возможно, еще нужно время для того, чтобы вот эти отношения, знаете, как бы развились. Но это какой-то знакомый человек. А может ли произойти знакомство, да, новое? Какой период знакомства? Здесь, девочки, смотрите, здесь какой-то король меча, воздушные знаки зодиака. Какая-то судьбоносная встреча даже у вас может пройти в мае месяце.
я вам скажу, что это есть такая большая вероятность, что воздушных знаков зодиака мужчина, если у вас произошло знакомство, да, вы уже знакомы с ним, или произойдет знакомство, это может быть что-то очень даже и особенное для вас. Вот вышло вот так. То есть в мае месяце у вас действительно может произойти такое очень важное судьбоносное знакомство по личной жизни. Итак, давайте посмотрим, да, дальше. Для тех, кто в паре, этот период, когда человек помогает тебе пройти что-то, да, то есть для тех, кто в паре, от партнера будет помощь идти. Будет идти помощь, как некая опора, да, будет мужчина для вас. Какая-то поддержка от мужчины будет очень существенной. Итак, идем дальше. Давайте посмотрим предупреждение. Предупреждение для вас на май месяц. Предупреждение. Вы знаете, предупреждение, если вы планируете какую-то дорогу, здесь может быть какая-то задержка, знаете, или рейс могут как-то, знаете, вот в дороге, кто собирается в дорогу, возможно, в компании, возможно, вы там с подругами куда-то собираетесь, да, вот где-то вы задержитесь, где-то будет что-то в пути, да, но все разрешится очень хорошо, не стоит расстраиваться. Что-то произойдет, как задержка какая-то, что-то задержится. У вас может быть какой-то очень острый разговор с женщиной. Возможно, где-то, да, вот нервный разговор с женщиной. Что-то касаемо дороги. Возможно, вы куда-то собираетесь, что-то, какие-то ваши планы немножечко как сдвинуться во времени. Но все будет очень хорошо, все разрешится очень успешно. Не стоит беспокоиться и не стоит нервничать, потому что вас ждет очень приятное времяпрепровождение, прямо такого отдыха. Взгляните на эту ситуацию по-иному, по-другому, да? Значит, так надо, значит, так лучше. Очень хорошее время вам съездить куда-то отдохнуть, хотя бы на пару дней восстановить силы. Но да, у вас может пройти какой-то неприятный разговор из-за какой-то задержки. То есть что-то будет как задерживаться. Возможно, куда-то собираетесь поехать, да, и где-то какие-то ваши планы могут немножечко скорректироваться. Но все это к лучшему. Здесь может проходить такой момент, что вы с кем-то планируете эту дорогу, да, и как-то вы уже собрались, вы уже готовы, вы уже, да, на всех парах. А вот, например, подруга какая-то или еще что-нибудь, ой, а мне не получается, или я там не еду, или и то есть она как-то нарушит ваши планы. Возможно, у вас будет какой-то неприятный разговор. Это может быть как и с каким-то работником, да, сотрудником. Возможно, вы хотите в отпуск, вас не пускает, да, то есть вот какой-то момент такой, то есть... Все равно разрешится в лучшую сторону, но я вижу немножечко, как будет оттянуто во времени, где-то что-то во времени задержится. Вот такой вот момент. Что касаемо вашего каких-то трансформаций, каких-то, возможно, вмешательств, да, возможно, кто-то планирует какое-то операционное вмешательство, здесь тоже может быть что-то отложено, но пройдет все очень-очень хорошо. Как-то в полной мере все пройдет хорошо. Возможно, как-то времени больше может занять или как-то во времени растянуться. Но результат будет очень хорошим. И в какой-то момент вам просто нужно себя поймать на мысли, что не надо нервничать, не надо переживать, потому что все будет лучшим образом для вас. Итак, идем дальше. Давайте посмотрим. Нежданно-негаданно, да? Что произойдет нежданно-негаданно? Мае месяца, нежданно-негаданно. Ой, прям что-то новое спешит. Прямо, да, спешит какое-то обновление.
Я вам скажу, что этому месту, этому новому, ему прям место в вашей жизни есть. Возможно, это новое очень даже вами долгожданное, да, то есть после какого-то ожидания, и оно вами заслужено, и оно как бы дает новый прорыв, да, чтобы вы смогли двигаться дальше, двигаться к лучшему. После какого-то застоя, после какого-то периода ожидания и каких-то переживаний получите то, чего очень хотите. И это даст вам возможность, знаете, как двинуться дальше. Очень хорошая какая-то неожиданность. Очень хорошая неожиданность. Действительно, это могут быть шаги от мужчины, от человека, долгожданные шаги вами. И это приведет к какому-то абсолютно обновлению. Здесь проходит момент, что уходит то, что вам сейчас не нравится, да, то, что вас сейчас где-то, возможно, расстраивает, и что-то новое, да, приходит как бы на свое место, все как бы становится на свои места. Вообще-то, девочки, это идет момент активных действий со стороны мужчины, потому что вы для него желанная женщина, и какой-то период застоя в отношениях заканчивается, и это может проходить как по личной жизни, девочки. Это может проходить. Это личная жизнь. Ой, девочки, вышел старший аркан императрицы. Безусловно. Безусловно. Нежданно, негаданно вы, как женщина, знаете, приобретете нечто, да, ваша жизнь наполнится вот такими чисто переживаниями счастливой женщины. Возможно, вы ждете мужчину своего, да, потому что здесь проходит момент какого-то, как выжидание момента, да, и вот этот момент, он наступит. Но что я вам хочу сказать, что вы для этого мужчины прям единственная. Какие-то активные шаги со стороны мужчины и результат очень хороший этому новому, всему новому, что будет приходить, будет очень хороший результат. Какое-то у вас очень активное и позитивное обновление будет в мае. Если это касается работы, я вам скажу, прям результат превысит ваши ожидания. Если это касается личной жизни, шаги мужчины превысят ваши ожидания. Это будет что-то вот существенное прямо по отношениям. Давайте посмотрим дальше. Итак, в чем ждет удача? Давайте посмотрим, в чем ждет удача. В чем ждет удача? Вот удача, удача в любви. Удача прямо в любви, прямо классно, девочки, будет. В каких-то взаимодействиях с другими людьми будет у вас удача. Но здесь прямо активные действия мужчины. В чем ждет удача? Удача в любви, прям счастье в отношениях, девочки. Очень хорошо. Счастье в личной жизни. Вот оно. Давайте посмотрим дальше. Совет высших сил для вас. Совет высших сил на май. Для земных знаков зодиака. Очень для вас как-то в материальном плане может быть активное движение. Очень хорошее время для вложений, для покупок, для какой-то реализации своих желаний. И будет на это возможность, девочки, будет возможность. Очень хорошее время на приобретение. Что-то лишнее, что-то, да, вот пустое, оно как-то отойдет от вас. А какие-то приобретения вами будут очень-очень успешными. Хорошее время для вложений, хорошее время для каких-то финансовых дел. И вообще, вот финансовый поток, энергия финансовая, она будет очень активна для вас в мае. Пользуйтесь моментом. Если я вам скажу, что сами возможности будут приходить к вам, и эта финансовая энергия, она даст вам о себе знать, да, то есть очень активны будут какие-то покупки, продажи, очень успешными будут какие-то финансовые деловые сделки, то есть все, что связано с финансами, будет иметь очень хороший результат. Вот такой вот у нас расклад для королевы Пентаклей, для стихии Земля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду очень-очень рада, а мы будем продолжать. И дальше у нас третий вариант, и королева мечей, стихия воздух. Очень романтичные, очень чувственные люди, которые, знаете, как ежики колючие. Женщины, которые не терпят какого-то, знаете, лжи какой-то, они очень честные. Честные и с собой, и очень к себе требовательны. И
требовательны к окружающим, да, то есть она требует не только от внешнего мира, но и от себя в первую очередь. Интересные, очень умные женщины, очень люди такие, вот смотрите, у вас прямо здесь и перевернулась ситуация такая, девяточка кубков, какие-то события. Что-то то, что вы сейчас обдумываете, то, что вы, знаете, как 8 раз уже отмерили, вот оно прямо будет. Вы знаете, о чем это? Тот, кто сейчас находится в токсичных отношениях, в каких-то отношениях, которые не устраивают, не нравятся, и вы видите, что там нет перспективы, у вас идет момент прямо освобождения и обретения новых возможностей, нового выбора и новой удачи, нового счастья. Здесь очень может проходить, что кто-то, если вы в бракоразводный какой-то процесс, возможно, или ситуация накаленная в отношениях, и отношения эти ваши уже не радуют вас, здесь очень может как-то ситуация резко разрешиться. Вы как закрываете дверь в прошлое, и перед вами открываются новые дороги, новые пути. Не бойтесь, не бойтесь, одна не будете. Очень быстро войдете в новые отношения, очень быстро войдете в новую какую-то вот... в новое обновление жизненное. Итак, давайте посмотрим общий фон для королевы мечей. Если у вас какие-то финансовые вопросы, какие-то с бумагами, да, может разрешиться какой-то вопрос серьезный. Вы как сами, да, вы как сами все обдумав, очень правильно поступите и будете довольны очень результатом. Вы прям что-то ценное приобретаете. Что-то отпуская, приобретаете что-то очень ценное. Итак, давайте посмотрим общий фон для вас. Какие-то пустые разговоры, которые вы действительно отбрасываете. Жизнь наполняет. Вы понимаете, чему-то пришло время. Чему-то пришло время, какое-то ваше ожидание заканчивается, что-то пустое уходит из вашей жизни. Вы действительно как избавляетесь от определенного, знаете, какого-то, какой-то непродуктивности, да, то, что не имеет пользы, то, что не имеет ресурса, то, что не имеет будущего и продолжения, оно будет вами отметено. Пришло время... вот, знаете, какой-то качественной перемене, и чтобы лучше приходило в вашу жизнь. Я вам скажу, что здесь будут каких-то много очень разговоров, которым не стоит верить, и на которые не стоит обращать внимание. Абсолютно. Доверяйте своему сердцу, оно укажет вам правильный путь. Пришло время качественным переменам в вашей жизни. И никто, знаете, какая-то как паутина спадает, какая-то вот ситуация разрешается, она приходит в свою какую-то нулевую точку, что-то обнулится, понимаете? И обнулится это вот это такая пустота, потому что вот как бы пришло время, да, пришло время наполнять свою жизнь новым. У вас интересный будет очень этот месяц. Я не скажу, что он будет простым, потому что я вижу, что в этом месяце вам придется, возможно, разрубить какие-то узлы, вырваться из определенной паутины чужих манипуляций, чужих каких-то слов, пустых и без будущего. Слов без будущего. Возможно... это какие-то разговоры, да, это какой-то поток информации, который старается как запутать вас почему-то, но не удастся. Здесь все, знаете, все спадает, какая-то вот спадает какой-то момент каких-то страхов, каких-то недосказанностей, каких-то манипуляций. Вот это все, понимаете, оно как спадает, оно как обнуляется, ему заканчивается время. У вас проходит ситуация, я даже не скажу, что что-то скрытое станет явным. Я думаю, что вы уже на сегодняшний день очень хорошо знаете, о чем идет речь. У вас проходит момент, что то, что тянет из вас энергию, оно как отваливается буквально, да? Оно как сползает с вас. По сути, я вам скажу, что если у вас есть вопросы по здоровью, это может быть какое-то внезапное, резкое, не то, что нашли, чем лечиться, да, а сами по себе будете выздоравливать. Потому что здесь проходит момент, что с вас буквально что-то сползает.
Возможно, это какое-то недомогание, какое-то плохое самочувствие. Очень может быть, что это какой-то человек, который очень-очень где-то вам, знаете, с вас много энергии тянет. И, возможно, это какие-то токсичные отношения, которым нет будущего, потому что вот эта жаба, она никогда это яйцо не высидит, понимаете? Ничего из этого яйца не вылупится. И это какая-то, знаете, как то, что отравляет жизнь. Вот то, что отравляет жизнь. И пришло время вот как-то от этого избавиться. Я вижу, что этот месяц многое расставит на свои места. И это может проходить момент, что какой-то человек, который рядом с вами, да, где-то в вашем окружении, очень себя проявит и покажет, и вы как-то ограничите с ним общение. Это может быть и подруга, это может быть даже кто-то из родственников. Но в любом случае я вижу, что этот человек, он уйдет с вашей дороги. Какая-то ситуация действительно обнуляется, и какая-то разрушается, по сути, паутина. Она уже не может вас удержать. В этом периоде может быть много разговоров, но слушайте только свое сердце. Оно вам подскажет правильный вариант и правильный выход. Потому что я вижу, что чем-то прекраснейшим будет наполнена ваша жизнь. И для этого вам как нужно, возможно, в некой степени освободить место. Ну, давайте посмотрим еще. Общий фон, какие-то переживания. Вот я вам честно скажу, какие-то переживания идут, но вы должны помнить, что нужно жить сердцем, да, доверять своей интуиции, себе в первую очередь, и не слушать, что кому-то нравится, что кому-то не нравится, знаете, кого-то что-то устраивает или нет. Каждый живет свою жизнь, и вы должны вот это время, да, уделить как бы себе, вывести себя на первый план, потому что я вижу, что в вашей жизни идут прекрасные перемены, прекрасные изменения, но вот вы сейчас, возможно, где-то на переломе, и что-то пустое, что-то, какая-то печаль, какая-то вот ваша тревожность, да, она как бы теряет силу над вами, она не может вас удержать уже. Что-то прекрасное идет в вашу жизнь, да, вырывая вас буквально из вот этой паутины, из вот, ой, девочки, отличный у вас будет период. Май будет прекрасным для вас. Да, возможно, где-то переживание и где-то какая-то ситуация, когда нужно все расставить как бы на свои места, но и прекрасных событий будет очень много. Вам прямо удача улыбнется в этом периоде. Все будет очень хорошо у вас. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Итак, работа, дела, учеба, да? Давайте посмотрим. Работа, дела, учеба. Работа, дела и учеба. Ой, очень продуктивным будет новые какие-то знания. Они в будущем дадут очень хороший результат. Новые какие-то идеи, новые проекты, возможно, какое-то повышение квалификации, потому что здесь тоже такое может быть. И вы знаете, в делах идет момент действительно обновления. Вы только посмотрите, как показывают карты. Что-то новое, да? Какие-то оковы спадают, и что-то новое приходит в твою жизнь, что будет иметь прекрасный результат. Что прямо по императрице удивит, порадует и даст тебе возможность, знаете, не только трудиться и работать, но и быть женщиной, и наслаждаться вот этим своим прекрасным состоянием. Что касается учебы, очень продуктивный и хороший период. Очень хороший период обновления, расширения и даже вот как-то вот и учеба, новые знания, новые какие-то контакты, они могут и с вашей личной жизнью очень сильно быть как-то связаны. То есть через учебу можете как-то и познакомиться с кем-то или расширить свое общение или какие-то новые знания, да, они будут очень-очень продуктивны. Что касается дел, это какое-то обновление, это какая-то новая возможность. И здесь я даже вам скажу, это возможность справиться с чем-то старым, с чем-то неподвижным и с чем-то, знаете, таким существенно очень повлиять на ситуацию. У вас будет возможность существенно повлиять на ситуацию. Вам как поможет кто-то. Кто-то вам пойдет навстречу, что касаемо дел. И очень может хорошо, приятно разрешиться что-то. Здесь идет момент, что-то заканчивается, а что-то начинается абсолютно новое вот в делах.
какая-то обновление, новая возможность. Но я вам скажу, что что-то старое заканчивается, оно уже свое отработало, оно свое отжило, оно себя уже в полной мере показало, и от него действительно в какой-то степени нужно избавляться, да, нужно идти вот действительно в новое, потому что я вам скажу, что у вас особо выбора не будет. Сама жизнь, сама судьба будет вас толкать туда, там, где вы должны быть. И отводить от вас вот, вот то, что отжило, и то, что на вашу жизнь, возможно, как-то токсически влияет. Что касается работы. Вы знаете, вот эта карта все-таки говорит о том, немножечко оградить себя. Оградить, потому что вот именно на работе могут быть какие-то пустые разговоры. Какая-то лишняя информация, какая-то, знаете, нагнетающаяся обстановка. Здесь я не скажу, что это какие-то сплетни будут ходить по работе. Это может быть что-то связано, что ой, караул, да, что-то там разрушается, что-то, или разговоры о каких-то увольнениях, или разговоры о каких-то трансформациях, переменах. Вот карты нам показывают, что это все будет к лучшему. А вот от этих разговоров на работе вам лучше оградить себя, да, не смотреть, не слушать, потому что там будет очень много ложной информации. Да, возможно, там будет какое-то зерно правды, но там и будет очень много домыслов людей. Да, вот какой-то неправдивой информации будет. И потому, да, не стоит верить и не стоит заблаговременно в чем-то там разочаровываться, за что-то там переживать. Потому что вот нам карты указывают на то, что вам действительно в мае повезет, вам будет вести. И то, что будет происходить, оно будет как бы отсеивать, да, лишнее, отсеивать, как-то уводить вас от чего-то отжившего, да, направляя вас в лучшие и в будущее, и в лучшие. И здесь действительно, да, новое, оно очень перспективное, оно очень хорошее. И даже если на работе там какой-то караул и какие-то перемены, потому что, да, идет момент, и все, и будут говорить, что там, что, а что же будет, поверьте, все будет очень хорошо. Все будет очень, все перемены, они действительно к лучшему. И не стоит, да, брать во внимание какие-то чужие разговоры. Я вижу, что на работе будет какая-то суетливость. И это связано даже не с самой работой, а с какими-то разговорами и слухами. Но в любом случае я вижу, что очень даже для вас совет, да, оградить себя от этих разговоров, потому что то, что новое будет приходить, оно будет очень хорошим для вас, очень продуктивным и очень где-то для вас откроет какие-то и новые возможности. Итак, давайте посмотрим дальше. Личная жизнь. Давайте посмотрим личную жизнь. Личная жизнь. Ой, личная жизнь радует. Так, интересно. В полной мере. Кто на расстоянии, здесь может быть долгожданная встреча, девочки. Кто на расстоянии ждет встречу, эта встреча может быть долгожданной и очень приятной. Здесь проходит момент свидания очень удачного вообще в полной мере, да, то есть весь мир будет кружить вокруг вас, то есть если для кого-то это может пройти как первое долгожданное свидание, для кого-то это может пройти как момент, как долго ждем встречи, да, после где-то как на расстоянии человек может приехать к вам. И долгожданная будет очень встреча, как в полной мере долгожданная, и очень она ярко, красиво пройдет. Вообще-то я вам скажу, что личная жизнь в таком прекрасном, да, водовороте будет происходить. Здесь прекрасные какие-то события, очень романтичные будут у вас в личной жизни. И здесь долгожданное свидание, какое-то долгожданная встреча нам проходит. Ну, давайте посмотрим. Для тех, кто в ссоре, для тех, кто в ссоре, человек о вас думает. Он какие-то краешки, как вы не видите, вы не знаете, а он как о вас что-то собирает, какую-то информацию, очень может быть, что наблюдает. Так или иначе, очень ему интересно, что в вашей жизни происходит. И по девяточке пентаклей он знает, что у него множество конкурентов, что вы как двигаетесь по лесенке вверх, да, и он очень опасается, что вы как-то оставили его навсегда позади. Какой-то жар, огонь еще горит. Но и есть момент определенной легкомысленности и очень много недосказанности для тех, кто в ссоре вот сейчас. Будет ли
человек чувствует угрозу, что он может вас потерять навсегда. Он хочет разговора, но ему прямо, знаете, как приходится вас заставлять, чтобы с вами поговорить. Будет ли здесь разговор? Человеку очень тяжело на этот разговор выйти, но и есть большое желание с вами поговорить. Он боится, что он может вас потерять навсегда. Я говорю о ссоре, да? Я говорю о ссоре, я не говорю о каком-то расставании давнешнем. То есть нет, это что-то свежее. Я вижу, что человеку тяжело выйти с вами на разговор, но он сильно переживает и на этот разговор выйдет все же. Давайте посмотрим для тех, кто в поиске, да? Для тех, кто сейчас в поиске. Через деловую сферу жизни может произойти знакомство. Через деловую сферу. Это какой-то очень представительный, интересный мужчина, у которого есть влияние. Вы как-то войдете в зону его интереса, и он будет пытаться как-то, вот знаете, с вами наладить связь. Здесь не то, что, да, новое знакомство, здесь прямо... Для кого-то может пройти, что вы уже и знакомы, да, потому что идет момент обновления в личной жизни может произойти через вашу деятельность, если вы работаете, если вы где-то учитесь, чем-то увлекаетесь, да. Я вижу, что здесь очень даже такой мужчина представительный. Это не будет какое-то знакомство через, это как через деловую сферу идет мне. Возможно, к кому-то обращаетесь, или человек к вам обращается, или как-то является вашим клиентом мужчина. Вот такая вот какая-то вот завязка может пройти. И этот человек очень даже такой стоящий. Вы нравитесь ему. Здесь мне проходит момент, что женщина нравится мужчине. И он очень, знаете, как выходит как император. То есть у него есть сила, и он может многое предложить этой женщине. И здесь может налаживаться связь между этими людьми. Ну да, да. Здесь человек, очень даже у вас могут завязаться интересные отношения. Не зная о том, но его сердце уже под вашей ножкой. Не зная о том, я вам скажу, что для тех, кто в поиске, вы кому-то очень сильно нравитесь. И этот мужчина, он какой-то вот прямо стоящий. Это не что-то вот такое. Это какой-то вот солидный такой мужчина, интересный. Интересный. И не зная того, вы уже владеете его сердцем. Здесь будут проявления от него. Что вы там решите? Нравится, не нравится? Впускать его в свою жизнь или нет? Но я вижу, что вы кому-то сильно нравитесь. И в мае этот человек будет себя проявлять. Будет себя показывать. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. И посмотрим предупреждение для вас. Предупреждение на май. Да? Вы знаете, что несмотря на то, что у вас вот идет в общем фоне, да, какая-то вот информация, да, такая, как вырваться из прошлого, у вас в чем идет предупреждение, не останавливайся, впереди ждет вереница прекрасных событий. Если ты надумала сжигать какие-то мосты, сделай это. Сделай это, впереди у тебя все будет очень хорошо. Это какой-то период напряжения, он пройдет. Впереди тебя ждет большая удача. Что касается здоровья, вы знаете, что здесь действительно идет момент как обновление, ощущение, какое-то повышение женской энергии у вас идет. Вообще-то предупреждение о чем? Не задерживайся в прошлом. Если надумала сжигать мосты, сделай это, потому что впереди тебя ждет удача, и тебя ждет состояние любимой и любящей. Вот так вот, мои дорогие. Идем дальше. Давайте посмотрим. Нежданно-негаданно. Нежданно-негаданно. Что ворвется в вашу жизнь? Что ворвется? О, девочки, туз пентаклей. Вот вы знаете, как-то тяжело, вроде бы, общий фон, да? Вот не может что-то лучшее прийти, если из жизни не уйдет что-то, знаете, то, что мешает. И я вижу, что вот действительно у вас в мае что-то отойдет в сторону, что-то уйдет из вашей жизни, что-то пустое, что-то вот такое, знаете, болото какое-то, знаете, это какая-то трясина, которая вас, возможно, где-то удерживает, задерживает, держит, вот что-то прямо отпускает. И очень для вас этот период приятным будет в развитии. Даже я бы сказала, что оно будет иметь некий такой момент продолжения, да, вот туда дальше.
в летние месяцы. У вас начинается очень интересный, прекрасный период в жизни. И нежданно-негаданно вот прямо ворвется удача и счастье в вашу жизнь. Очень идет прекрасная перемена. И потому не бойтесь, да, вот сразу, да, как вот перевернулись нам сразу же карты. Не бойся что-то отрубить, потому что впереди у тебя все будет очень хорошо. И вот, да, нежданно-негаданно туз пентаклей. Это вообще, это удача, это счастье, это успех, это момент, что ты все сможешь преодолеть, ничего тебя не остановит. И ты сможешь не просто ухватиться, да, за свою удачу, за свой какой-то счастливый случай, за свое то, что заслужено, но и удержать и приумножить его. Это очень хорошая карта, девочки. Чего вам искренне желаю. И давайте посмотрим еще, да. А в чем же эта удача будет? Давайте посмотрим. Видим, что нежданно-негаданно будет удача. А в чем эта удача будет? В финансах. Вы сможете выйти из какого-то финансового, да, вот. В финансах будет удача. Да, какие-то долгожданные, какие-то ваши труды будут иметь прекрасный результат. И личная жизнь, конечно, вас очень порадует. Очень порадует. Когда вы знаете, ваши труды имеют вознаграждение. Это заслуженное. Это счастье, это какой-то успех, это момент, что все будет пройдено, да, и все будет хорошо, это вами заслужено, и оно будет наполнять вашу жизнь сполна. Где-то вы много усилий прикладываете, и вы заслужили на то счастье, которое вот прямо в мае только начинается. Только, знаете, какие-то первые будут волны, первые будут какие-то шаги вот этой удачи, этого счастья. И оно вот в летние месяцы у вас будет продолжаться. Давайте посмотрим дальше. Совет. Совет от высших сил. Совет для королевы мечей от высших сил. Воздушные знаки зодиака. Вот вы знаете, вышла королева пентаклей. Это ситуация уверенности. Уверенности в каждом своем шаге. Вы знаете, будьте уверены в каждом своем шаге. Потому что ваши шаги будут очень правильными в мае. Вот в мае вы будете делать очень правильные шаги. И вот совет, не останавливайся. Продолжай свое движение. Твои шаги будут очень правильными. И они будут иметь прекрасный результат. Вот такой вам совет от высших сил. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, я буду очень рада. И вот смотрите, как напряженно, да, начался расклад для королевы мечей. Как он прекрасно вот закончился. Интересный очень период, значимый очень период для королевы мечей. Итак, четвертый вариант. Королева кубков. Нежные, чувственные, любящие женщины стихии, которые прекрасно проявляются в отношениях, в любви, очень талантливые, очень, очень мягкие. У них связь с любимыми и вообще интуиция. И очень такие эмпаты, люди, которые не только живут своими эмоциями, но и очень отзывчивы к другим людям. Давайте посмотрим. Общий фон. Общий фон на май месяц для водной стихии рак, скорпион, рыбы на май. Давайте посмотрим. Ой, все в какой-то компании будут находиться, да, в приятной компании. Какие-то важные события будут происходить в вашей жизни. Чему-то вот прямо время пришло. Что-то увидите, узнаете. Девочки, у вас прекрасно. Вот смотрите, в какой-то компании будет приятное время. Приятная дорога. Очень продуктивная дорога. Здесь прям как что-то узнаете. Чему-то время пришло. Да? Что-то важное будет происходить у вас действительно в мае. Очень приятная. Приятная очень ситуация у вас. Какие-то новые планы у вас впереди. Прекрасное время запланировать и еще лучше куда-то поехать. Прекрасное время.
И в этой дороге какой-то, знаете, через дорогу какая-то важная информация вам придет. Возможно, кто-то поедет куда-то. Возможно, это даже какая-то и командировка для кого-то может пройти. Для кого-то это может пройти дорога, возможно, вы считаете, как вынужденная, да, потому что она как идет, возможно, где-то и не запланированная может пройти для вас. Но в этой дороге будет и приятная компания, очень приятно проведете время, достойно, стоящий, и есть некие события, на которые вы не сможете повлиять. Есть некий момент, что-то будет происходить вне вашего, знаете, вне ваших возможностей. Потому что есть некий момент судьбоносности у вас в мае для королевы кубков. Какие-то очень важные события, чему-то как время пришло. И вы знаете, чему-то судьбоносному пришло время. Ну, давайте будем смотреть. Меня прямо, знаете, как заинтересовало. Мне крутится одна вот информация, но я все же хочу ее проверить, да? Здесь, девочки, может быть у кого-то прям важное очень событие в личной жизни. Очень важное событие, судьбоносное важное событие. Оно как открывает перед вами новую дорогу. Новую дорогу. И это как, знаете, так или иначе должно произойти. То есть его не обойти, его не от него не уйти, от него как-то, ну, это как предначертано, понимаете, идет момент. То есть ему пришло время, оно должно произойти, все. Какое-то предложение очень может быть по личной жизни, которое откроет вам новый поворот, новый путь откроется для вас. Ой, девочки, какая-то, это что-то очень ценное будет. Мне действительно проходит момент, возможно, кто-то вот сейчас находится в каких-то встречаниях, в мае люди могут принять решение на объединение. Здесь может быть знакомство с родными, с близкими. Если вы в паре с мужчиной, у вас новый этап в отношениях начинается. Возможно, какое-то совместное путешествие, романтичная какая-то поездка, которая укрепит ваши отношения, которая очень, знаете, как благотворно, плодотворно и благодатно вообще на ваши отношения подействует. То есть здесь идет какой-то очень такой важный какой-то момент, чувственный, почему-то мне идет как эмоций много будет. Давайте посмотрим. Итак, работа, дела, учеба. Это может быть какая-то и поездка, да, в компании, но там, ну вот что-то произойдет, что-то какие-то события грядут судьбоносные, очень важные. И они прям такой всплеск приятных эмоций очень вызывают. Много силы, много энергии будет в каком-то событии. Оно будет как в будущее смотреть. Итак, работа, дела и учеба. Ну что ж, по учебе будет какой-то сюрприз. Не так, как было, не так, как вы думаете, а что-то новенькое. Вы как находитесь на грани, и, возможно, очень какое-то обновление, что касается вот учебы, да, какое-то обновление, переход на новый этап, на новый уровень. Возможно, кто-то сдает экзамены, и я вам скажу, что очень удачно сдаст. Возможно, кто-то готовится, да, к каким-то поступлениям. Вот какой-то период, да, когда вот я подошел к грани, а там что-то новое, а там абсолютное обновление, а там смена какого-то транспортного, смена пути, смена берега, смена жизни. Здесь, конечно, проходит. Возможно, кто-то готовится к экзаменам уже усердно, да, будет готовиться. Возможно, будет сдавать уже эти экзамены. Кто-то поступает, кто-то переходит на следующий курс. Очень удачно вы сдадите эту экзамен как-то быстро. И оно уже мчится лучшее, да, и важная в вашу жизнь какая-то перемена. Возможно, у кого-то дети сдают экзамены, и есть какой-то момент напряжения, но очень удачно все будет, прям радоваться будете.
Это будет очень все хорошо. Какие-то, что касается учебы, что касается обучения ваших детей или ваша какая-то новая информация, она будет вас приятно удивлять. Что-то, возможно, будет связано с дорогой, возможно, какое-то повышение квалификации, куда-то в командировку вас отправят. Или, в общем, да, вы едете по делам каким-то. Очень удачно все у вас пройдет. Если сдаете экзамены или ваши дети сдают экзамены, я знаю, что эти королевы кубков, они прям чувствуют все, да, весь вот этот экзамен. Они очень переживают за своих детей, они как-то вот у дверей ждут, они, знаете, ребенок не переживает. Вот что интересно, что если у вас есть дети, они тоже переживают, но вы настолько вот берете на себя вот эту энергию, настолько легче людям, детям, которых вы любите, потому что вы как разделяете их тревогу, минусуя ее, и когда вы радуетесь вместе с этими людьми, вы как плюсуете радость, понимаете? Эти люди очень в таком эмпатичном измерении, они очень активны, да, и они как-то разделяют тревогу, они как минусуют тревогу людей, которых они любят, и плюсуют какую-то радость людей, которых они любят. Это очень интересные такие люди, они как усилители, знаете, идут в какой-то степени. Рядом с ним, с ними все чувствуется ярче, да? Вот прекрасное чувствуется ярче, а какие-то хлопоты, заботы, они как-то уменьшают какой-то градус переживаний. И да, в какой-то степени эти люди очень часто как выступают донорами, да, у них очень много энергии, они очень так, знаете, они ее не жалуют, они ее не давят, да, они открыты очень, эти люди. И потому, вы знаете, очень часто эти люди имеют творческие какие-то таланты, и вот даже играя какую-то музыку, они ведь очень сильно влияют на эмоциональный фон людей, которые их слушают, они передают эмоции. Это очень такие особенные люди. Я вам скажу, что если у вас ребенок и он сдает экзамены, все пройдет очень хорошо, и вы переживаете, а он не будет переживать. У него все пройдет очень хорошо. Если же вы, да, вот в экзаменах, вот в этих всех моментах, я вам скажу, что у вас все пройдет очень хорошо. Не стоит беспокоиться. Это просто период перехода, да, определенной перемены, какая-то черта подведена, да, и начинается новый этап. Интересный для вас, очень такой насыщенным будет вот этот месяц. Но какие-то вот судьбоносные и важные, да, какие-то, возможно, новые контакты у вас появятся. Очень приятный вообще для вас будет май. Что касается дел, вы знаете, очень спокойный. Я не вижу вообще никаких каких-то сильных волнений. Все как-то идет своим чередом. Очень даже с, возможно, не с таким, да, большущим доходом, как бы этого хотелось, но оно идет под горочку, да, вот стабильно идет под горочку. И понемногу, да, приумножается, понемножку дела улучшаются. Каких-то скачков, каких-то вот таких, да, стрессовых ситуаций, что касается дел, я вообще не вижу. Что касается работы, да, тоже очень спокойная обстановка. Вот здесь единственный момент, то есть мы трудимся, ждем результата. По работе идет некий момент возрастания, да, понемножку, по как-то, возможно, но под горку, да, понемножку, но под горку. И понемногу, да, какие-то финансы будут действительно возрастать. Очень может быть какие-то траты на детей, на любимых, на какой-то отдых, на какое-то развлечение, да, на какое-то приятное времяпрепровождение. Где-то, возможно, и финансы у вас могут пойти, да, на это. Но вообще-то я скажу, что касаемо именно какого-то обновления, идет момент обновления. Какие-то судьбоносные, важные такие события. Не переживайте, здесь уже что-то прописано для вас. И где-то на что-то вы повлиять не можете. Вы можете только радоваться тому прекрасному, что будет приходить в вашу жизнь. Итак, давайте будем смотреть дальше и посмотрим мы личную жизнь. Личная жизнь для королевы кубков, которая живет сердцем, которая живет эмоциями, для которой личная жизнь очень важна. Итак, что у нас личная жизнь покажет? Какое-то приятное времяпрепровождение. Ой, кто-то о вас прям думает много очень.
Много думает кто-то о вас, каких-то шансов, возможностей желает. Здесь может быть даже и неожиданное какое-то прям проявление, приглашение на свидание, приглашение куда-то на какую-то встречу романтичную. Для тех, кто вот в паре, да, это может быть какая-то приятная романтичная поездка. Для тех, кто вот как идет на первое прямо свидание, да, очень приятно это свидание пройдет. Я вижу, что о вас прямо думает какой-то мужчина, он не выпускает вас из головы. Будут активные действия от мужчины. Я вам скажу так, у вас в окружении есть один мужчина, который к вам с очень романтичным отношением, а другой мужчина, который у него страстное какое-то желание к вам. И даже если вы в паре. То есть вы можете быть в отношениях, да, сейчас, но я вижу, что вы прям объект страсти для какого-то мужчины. Кто-то прямо думает о вас и не может не то что забыть, выбросить вас из головы, он просто сгорает. Кому-то очень сильно нравитесь. И не имеет значения, вы сейчас в отношениях. Я вижу, что прямо здесь конкретно вышел мужчина, который теряет голову от вас. Здесь есть такой момент, страсти много в этом человеке. Да, много страсти в этом мужчине. Он как поджидает какой-то возможности побороться за вас. Для тех, кто в ссоре, покажи мне. Для тех, кто в ссоре, шаги очень медленные, девочки. Шаги медленные, они как-то почему-то у вас за спиной. Это некий момент, тянет время человек. Человек, если в ссоре, человек тянет время. Но чувства у него есть. Чувства есть, но, возможно, о, вы понимаете, он тянет время, и он дождется, что вы просто уйдете в другие отношения. И вижу, что здесь какая-то манипуляция со стороны мужчины, если вы в ссоре. Идет манипуляция со стороны мужчины, и он желает вами управлять. У него есть к вам чувства, но из-за своих манипуляций он может вас действительно упустить. Вы можете уйти в другие отношения, потому что я вижу, что прямо за вами кто-то наблюдает, вы кому-то сильно нравитесь. Ой. Для тех, кто в паре, все очень хорошо, действительно, укрепление отношений. И да, за вами вы кому-то еще нравитесь со стороны какому-то мужчине, очень привлекательная женщина. И я вам скажу, что даже если ревность и появится у вашего мужчины, она только подогреет ваши отношения с ним. Но я вижу, что вам, как женщине, внимание вот этого, да, второго мужчины, оно вам будет очень приятно. Это не значит, что вы будете давать какие-то шансы, возможности, но вам будет приятно, да, что этот мужчина обращает на вас внимание, что вы ему нравитесь. Это не говорит, что будет продолжение какое-то, но внимание этого человека, оно вам будет как-то немножечко ваше самолюбие, да, поднимет. Итак, давайте посмотрим. Для тех, кто в поиске. Для тех, кто в поиске. Что у нас здесь? Девочки, здесь будет проявление вот от мужчины, который за вами наблюдает. Здесь будет проявление. Конечно, есть знак вопроса. А вы как, да? Нравится ли вам этот мужчина? Нравится ли он вам? Вы знаете, что, возможно, вы не очень сдадитесь, да, вот так вот. То есть все под вопросом. Все под вопросом. Я вижу, что какие-то проявления в вашу сторону будут, но все будет под вопросом. Где-то вы, да, не даетесь просто так в руки, где-то этому человеку придется потрудиться. Но я вижу, что какое-то проявление в вашу сторону будет. Какое-то проявление будет. Да, этот человек будет выходить на разговор. Очень как-то ему хочется с вами отношений. И вообще он считает, что вы именно то, что ему нужно. Вот так вот, девочки. Для тех, кто в поиске, я вам скажу, прямо нового знакомства я не вижу. Не проходит больше момент, что за вами кто-то наблюдает. Кому-то вы очень сильно нравитесь. И он как-то будет пробовать как-то свои силы. Как-то вот к вам проявиться. Очень мужчина в вас заинтересован. Очень заинтересован, вообще считает, что у вас все может очень даже получиться красиво. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим предупреждение для вас на май. Предупреждение на май для королевы кубков.
Предупреждение касается личной жизни. Там действительно за вами кто-то наблюдает. За вами кто-то наблюдает, и вы как в центре внимания находитесь, понимаете? Вы знаете этого человека. Вы знаете, он прямо тоскует по вам. А почему нужно это предупреждение? Почему оно нужно, это предупреждение? Это предупреждение, зачем оно? Ой, выбор будет у вас. У вас будет какая-то вот, возможно, неожиданность. Вы будет неожиданность в связи с тем, с проявлением этого мужчины к вам. С тем, что он скажет вам. То есть, знаете, это как выльет прямо на вас, откроется как-то этот человек, возможно, да, и что вам с этим делать? Потому что кто-то может быть в паре, да, кто-то, возможно, у кого-то сердце занято. Но к вам прямо, знаете, в пути, путь держит какой-то к вам мужчина. Это не значит, что он в дороге. Это идет момент, что он за вами наблюдает, и он желает к вам проявиться. Вы будете держать в руках эту ситуацию и будете решать, нужно ли это вам. Потому что здесь может все получиться для кого-то, да? Потому что я вижу, что человек прям тоскует, думает, и он прям дорожит каким-то с вами общением. Очень неожиданным будет это какое-то, знаете, откровение этого мужчины, что вы ему нравитесь сильно. Он вам конкретно даст об этом знать и понять вам то, что он, что вы ему нравитесь. И это будет не как-то двойственно, да, то есть какой-то комплимент всем говорит, нет, это будет что-то прям, что конкретно обозначит, что вы ему сильно нравитесь. И вы будете думать, ну а что мне с этим делать? Надо оно мне, не надо оно мне. Оно вас порадует, оно вас потешит. Но с другой стороны, оно как-то вас, знаете, с какой-то стороны выбьет из колеи, да, вот как-то займет ваши мысли, и вы будете переваривать где-то вот эту информацию. Она будет для вас неожиданной. Где-то кто-то перед вами откроется, и вы будете решать буквально судьбу этого мужчины, потому что я вижу, что ему вы сильно нравитесь. И да, для кого-то это может быть какая-то непростая такая ситуация, то есть не факт, что этот мужчина прям в вашем интересе, но я вижу, что прям неожиданное, это будет касаться личной жизни, и это какой-то мужчина прямо из головы вас не может выбросить, и будет о себе давать знать, и будет неоднозначно вам говорить о том, ну, как-то, знаете, определенно, что вот ты мне нравишься, да, или даже больше, я в тебя влюблен, ну, что-то вот такое, да, будет. То есть оно где-то вас будет выбивать из колеи, и вам придется вот какой-то выбор делать. Ну, в любом случае, я вам скажу, что я вижу, что вам будет это очень даже и приятно. Давайте посмотрим дальше. Нежданно-негаданно, что произойдет в мае. Что произойдет в мае? Ну, вот личная жизнь, конечно, вас будет радовать. А то, что печалит, развеется. Вот я вам скажу, если у вас мужчина на расстоянии, здесь прям встреча идет. Преодолев дорогу, мужчина придет в вашу жизнь. Нежданно-негаданно будут существенные улучшения по личной жизни. Прям двоечка кубков нам показала, да, и вот это солнце. То есть что-то будет, конечно, зависеть от тебя, да, от твоих решений, от твоих мыслей. Но нежданно-негаданно прям солнышко будет. Все будет очень хорошо. Какая-то очень приятная неожиданность вас ждет. И для некоторых это прям конкретно пройдет по личной жизни. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим еще, в чем ожидается удача в этот период, в чем ожидается удача, какое это будет завершение чему-то, да, какое-то будет принятое решение, что-то вами будет как развалено, а что это какая-то, и наступит мир, вы понимаете? Что-то заканчивается, заканчивается какое-то разрушение, какая-то тревожность в вашей жизни, и наступает прямо мир, старший аркан. Вот в чем ожидается удача? Вы очень как-то преодолеете какой-то тревожный период жизни. И очень будет, знаете, в полной мере прекрасный результат. Прям солнце, мир, да? То есть очень хорошо. Нежданно, негаданно. Что-то остается позади, что-то то, что вас тревожило, и то, что приносило какой-то момент терзаний, оно остается позади.
Вот так вот. Давайте посмотрим. Совет высших сил для вас на май. Совет высших сил для королевы кубка. Вы знаете, будьте активны, будьте мобильны. Действительно, перед вами, вам как будет указан путь, в каком направлении вам идти. У вас какие-то очень будут интересные события, которыми вы будете радоваться, как ребенок. Действительно, радость идет. Радоваться, как ребенок. Или даже так, радуйся, как ребенок. Да? Принимай счастливое в свою жизнь, принимай счастье и все самое лучшее. Иди той дорогой, куда тебя направляет. Ты идешь правильно и радуйся тому счастливому, что приходит в твою жизнь. Я возьму здесь еще одну карту, да? Угу. Здесь прямо идет момент какого-то